Всем привет! Сегодня мы будем слушать Гарри Топора и The Hatters «Изумрудный город». Чуть в последнее время эксперименты такие, какие-то несочетаемые исполнители друг с другом. Вообще люблю, когда вот что-то там пытаются смастерить вместе. Давайте узнаем. Дети делят камень, у них наступает вечер, будто пицца, ведь он под солями. И для культуры этой точно я потерян, каюсь. Но если рэп-канализация, я как Пеннивайз жить бою. Словно у обрыва босиком стою. Слишком агрессивен, слишком зол, слишком однолюб. Снова я изображу страну, слишком грустную. Я до сих пор слегка теряюсь, когда узнают. Вот и в этот пропагандист мне за ответ за Русь. Попрошу его переключить. Все сдаю, что за чушь, а не балаболит. Хотя ну и пусть я тоже пару раз был на ТВ. Прямо как модный гусь по тонкому шагам льду. Снова путь на юз, Питер изумрудный город. Северный приют, и я вырос тут. В симбиозе зла и лжи вокруг. Сердцем главного злодея сказки Урфин Джонс. Проведи нас в изумрудный город и позволь хотя бы на час найти очаг. Мы до сих пор ищем дорогу к дому по пути из желтого кирпича. Элли, проведи нас в изумрудный город и позволь хотя бы на час найти очаг. Мы до сих пор ищем дорогу к дому по пути из желтого кирпича. Получилось за 6 лет, и куда все делось? Трусливый лев приобрел, но потерял смелость. Страшило так хотел мозги, но до сих пор ждет их сердце дровосека. Уж не бьется, как 4 года. Мы до сих пор ищем дорогу к дому по пути из желтого кирпича. И очертания во тьме мне уже так знакомы. И в этой темноте я не хочу кричать. Хоть я не выиграл ничего такого, но кто-то проиграл, даже не начав. Элли, проведи нас в изумрудный город и позволь хотя бы на час найти очаг. Мы до сих пор ищем дорогу к дому по пути из желтого кирпича. Элли, проведи нас в изумрудный город и позволь хотя бы на час найти очаг. Мы до сих пор ищем дорогу к дому по пути из желтого кирпича. Ну, друзья мои, хочу сказать, что вообще, как бы, что-то за что-то там хает бедный Питер. Не поняла за что, но за что-то хает. Как бы тема немножко не до конца, мне кажется, открыта. Но в принципе, в общем-то, как бы неплохо получилось так от души, вот я хочу сказать. Обратил внимание на Гарри Топора, он такой, значит, когда вот он в пиджачке, и такой сразу цивильный, и как-то у него так хорошо выглядит. Гораздо лучше. И вот это вот творчество с Тони Раутом, оно тоже дает о себе знать. Иногда где-то там вот какие-то Тони Раутовские переливы слышны были. Ну вот Гарри Топор, прям вообще ему надо ходить вот в таких классических костюмах, и он сразу как-то выглядит солидней. Вот, и The Hatters были тут как-то в теме, и хорошо они вместе спели. Ну вот мне кажется, что вот прям вот чуть-чуть,
надо было как-то вот они вот не поставили какую-то точку, которая не позволила вот до конца раскрыть тему. Они, то есть было понятно, что там ложь и так далее вокруг, и все такое, и все это связано с Питером. Но почему именно с Питером-то? Вот какая ложь? Вот, вот этого я так до конца и не поняла. Но в целом, как бы, общая канва и общая атмосфера была шикарная. И как-то так надрыв был. Только жалко, непонятно по какому поводу. Всем пока.